Итак, прямое включение из палаты, в которой я нахожусь уже бог знает сколько дней. Я, Епникова Олеся, я нахожусь в РЖД медицине, в отделении гормонии. Я нахожусь под наблюдением психиатра. И я здесь четверга, а сегодня, скорее всего, среда. Или вторник. Я здесь до воскресенья, но, как я поняла со слов врача, что, скорее всего, и на дольше. Может, вообще на месяц, может, вообще на все лето. Я устала, мне скучно. За это время у меня появились... Ой, масочка упала для сна. У меня есть такая классная масочка для сна. Она упала. Натуральный шелк. Вот. У меня появились такие тапочки. Шиатсу написано. Они, по идее, с магнитами. Ну, там магнит один есть. В общем, всякое такое вот. Я попробовала много еды из самоката. Например, слайсы из хурхумы. Хурхума. Из хурмы. А шоколад молочный на кокосовом молоке. Внимание. Я восторгалась с моим чехольчиком для AirPods. Так. Вот такой вот он миленький, красивенький, мохнатенький. Из Китая за, не знаю, рублей 300. На Яндекс.Маркете я взяла. Милёсикой. Такой вот он, такой вот он. Пусистенький, раненький, как я. Я привезла аромалампу. Сюда. У меня появилась вторая канарейка, которая издевается над Кеннером. Она девочка, она издевается над Кеннером. Вон, беленькая. Это канарейка? Знаете, женщина вообще мощная. И Кеннер маленький мальчик. Птичек. Ну, они покакали. Вот. Классные, да? Я сегодня поменяла клетку. Ко мне приезжала бабушка, она мне передала блинчики, я постоянно сонная. Расскажу, что мне делают. 3 раза в день, после завтрака, обеда, ужина, таблетки. Потом, я одна в палате, но она двухместная палата. Вот здесь я сплю, а здесь типа кто-то может быть, но там никого нет, но здесь не будет. Хочу поставить телефон. Так вот, завтрак, обед и ужин, еще полдня, еще вечером дают кефир, но я не пью кефир, хотя, наверное, надо бы, но я не хочу, другой способ, бла-бла-бла. В общем, у меня язык просто уже устал, не потому что я много говорила, потому что у меня нет сил. Днем, утром, после завтрака в 11 часов утра или в 10, мне делают капельницу, натрий хлор. Потом после обеда мне ставят укол. Это витамины B6, никотиновая кислота, B12, может, что-то. Короче, витаминки. А вечером мне укол какого-то снотворного, из-за которого я проснулся ночью в 3 часа ночи. Вот, еще после завтрака, обеда, ужина всегда какие-то таблетки, да, какие, я, честно говоря, не знаю. В общем, я сейчас в таком состоянии, потому что я просто... Уже не хочу спать, ложиться спать, но тело говорит, давай поспим. И у меня появились пионы. Их я уже маленькие эти штучки шерсти делала. Маленькие штучки, вот их стало меньше, потому что я убрала. Вот эти распускают штуки в пионе. Может, как заставка будет? Да. Вот. Что, мне принесли обогреватель, потому что мне холодно. Я начала читать книгу «Невыносимая легкость бытия». Название абсолютно подходящее мне, капец, я красная, это потому что мне жарко. Сегодня такой ветер. Мармия. Вот, я виделась с людьми. Я пообщалась с большим количеством мальчиков в интернете. Очень-очень-очень много.
Почему камера как будто бы грязная? Но она не грязная. Я потирала. Wi-Fi, интернет у меня не работает в номере. Поэтому хожу в интернет в коридор. Ну, врач мне сказала, Олеся, тебе 3 часа. Максимум можно быть в телефоне. И я такая, what? Are you serious? Because this sounds like... At first I thought that she's like jealous. Because моя мама, когда я была в телефоне, она такая, Олеся, что ты в телефоне, что ты в телефоне? А сейчас она сама, причем она что делает в телефоне? В Пинтересте в основном. И всякие там инстаграмы, листает. То же самое, что я делала, только когда я делала, она меня осуждала, а теперь делает то же самое. Так что я думаю, врач то же самое. Она сейчас такая, пациентам нельзя, а потом сама будет то же самое. Я же не фигней занимаюсь какой-то. Вот. Такое видео прикольное получилось. Кусечка миленькой. Ладно, всем. Upload. Капу накала, ла-ла.